Доброе утро, дорогие присутствующие. Традиционно уже годом был посвящен кстати, нашему близкому смерть на втором дне наших соревнований. Хочу напомнить, что сегодня проехало 4 игры. Сейчас Спартак на первом 10. В 11.20 у нас играет ЦСКА «Локомотив». 12.40 «Торопев» «Динамо», 13.50 «Жил» «Мастер Сатурн». Спасибо тебе. Центральную тяжелую.
такие же, как и москвичи. Здоровья нет ни на центре, ни на рове. Иди ближе, ближе туда, иди, пожалуйста. Посмотрел.
Три тренера. И толку никакого. Одних селекционеров, наверное, на каждого игрока селекционеров. Да, не надо, опять не надо.
травмата нет. Как так было вам дальше? Все! Все! А всех дальнюю штампу! Сила своей силы. Да! Да!
Почему этот Локомотив плохо играет? Он, оказывается, говорит, он никогда опорным не играл. Это Карпин хотел переделать. Глушаков, да. Он говорит, опорник никогда не играл. Во, разбирается. Вот что он играл. Знаешь, как вот это, 12 номера переделывали, а теперь он вообще непонятно. Если наберет свою форму, пойдет. Вот он играл впереди, потом центрального защитника выделал. У меня играет. Где пацан умеет играть, да и дает там играть. Вот
восьмого здесь не получается, то вот там. Thank you.